Первый развод – это как будто бы у тебя выпал молочный муж, и скоро на его месте вырастет нормальный коренной муж. Офигеть! Ребята, всем здорово! Саныч на связи, вас их очень рад приветствовать у себя на канале. Скажите мне, пожалуйста, какой же болезнью такой вот ротовой полости болеет женщина, которая была, допустим, там раз 6-8, а может быть и больше замужем? Чего мне так зубы-то часто выпадают? В чем проблема? Она что, сухарики жрет постоянно? Или сладкое ест, они же у нее гниют и выпадают. Что не так? Это же вы представляете, как она перевернула все с ног на голову, чтобы дать оленю уверенность, что он самый лучший, самый единственный. То есть получается тот, которому она якобы отдала свой нетронутый цветок, это так скажем. Ну, понимаете, о чем я, да? Девственность. Вот, то есть она увидела в нем лучшего самца, да, доминантного, который ей 100% подходит, да? Отдала ему это все, как бы, да, вот, все, он плохой, типа, выпал нафиг, да, а вот тот мужчина, который уже там будет, там, 16 или 26-й, там, вот, он, короче, самый последний, там, из всей вот этой вот очереди, которая там была, да, вот это вот самый-самый коренной, да, и чем он будет, там, 35-й или 45-й, значит, корень у него длиннее, то есть он укореняется еще сильнее, да, он вообще самый просто идеальный, да. Боже мой, кто вот это вот верит, а?